В Улан-Удэ ежедневно на рейс выходят 124 новых автобуса, из них 38 волгобасов, а они, как известно, большого размера. Зачастую водители этих машин сталкиваются с проблемами на остановках. Некоторые горожане оставляют здесь свои авто и тем самым мешают заходить и выходить пассажирам. Это неудобно, потому что это приводит в конечном итоге к небезопасности работы наших водителей и пассажиров в этих карманах. Все-таки они предназначены для того, чтобы безопасно производить посадку и высадку наших пассажиров. Поэтому мы призываем частников и таксистов, уважаемых наших коллег, все-таки не злоупотреблять своим правом и не занимать эти карманы на длительное время. Правилами не запрещается заезжать на остановку, чтобы высадить или посадить пассажира. А вот парковаться в таких местах нельзя. Однако есть и свои нюансы. Например, водители не должны бросать свои авто в 15 метрах до знака «Общественная остановка» и на таком же расстоянии после. Если же вы сделали это на метр дальше, нарушением считаться это уже не будет. За данное правонарушение, если водитель транспортного средства нарушил требования дорожного знака 5.16 автобусной остановки, предусмотрена административная ответственность в размере 1000 рублей. И четвертое, что могу сказать, уважаемые участники дорожного движения, имейте уважение друг к другу, останавливайтесь, паркуйте свое транспортное средство только в том месте, где это разрешено. Отмечу, что такие совместные рейды будут проводиться на территории города регулярно. Добавлю, сейчас в МУП городские маршруты требуются водители и кондукторы. Если вы желаете трудоустроиться туда на работу, обращайтесь по номеру телефона 46 77 35. Также вы можете видеть его на своих экранах. Андрей Слепнев, Сергей Медведев. Новости дня.